ЧП произошло минувшее воскресенье на автотрассе Астана-Караганда. В 5:20 утра грузовой самосвал КАМАЗ столкнулся с маневровым локомотивом. В результате столкновения с рельс сошли локомотив и три груженных вагона зерновоза. 44-летний водитель грузовика госпитализирован с травмами. Трасса Астана-Караганда была перекрыта для движения. ДТП произошло на отдельной ветке и не создавало помех движению других поездов. На месте ЧП работала специальная комиссия «Казахстан-Темиржолы» и ремонтно-восстановительная бригада, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Сообщается также, что на момент столкновения автоматическая переездная сигнализация работала исправно.